Привет, дорогие друзья, болельщики, футбольные фанаты, просто любители футбола. Меня зовут Егор Дергачев, это мой видеоблог, и я рад приветствовать каждого из вас в своем таком маленьком уютном мирке. Мы продолжаем с вами говорить про российский футбол, давать прогнозы на РФПЛ. На повестке дня у нас матч 14-го тура между московским «Спартаком» и «Амкаром». «Спартак» приятно, я думаю, удивил своих болельщиков, одержав в 13-м туре первую выездную победу в чемпионате над «Ахматом». «Амкар» же не смог дома переиграть «Тосно». Да, моменты были у обеих команд, но забить ни то и не удалось. «Амкар» едет на открытие арену, где будет играть со «Спартаком», который среди недели проводил матч Лиги Чемпионов в Севилье. К сожалению, пока не владею результатом, поэтому не могу вам сказать, в каком именно настроении москвичи подойдут к этому матчу, но в любом случае «Спартак» большой фаворит данного противостояния, хотите вы этого или нет. И «Спартаку» нужно набирать очки. В матче с «Ахматом» москвичи уже показывали то, что «Спартак» набирает прошлогоднюю форму, да, может быть, не в полной мере, но я уверен в том, что «Спартак» победит, и более того. Мне кажется, что «Спартак» победит крупно. Ну, может быть, не в 3-4 мяча, но как минимум в 2 мяча, так это точно. И поэтому я предлагаю вам ставку на то, что «Спартак» выиграет с форой минус 1. Фора на первую команду минус 1 мяч, коэффициент 1.75. Мне кажется, это весьма и весьма привлекательная ставка, и к ней стоит присмотреться. И если вы думаете так же, то поставьте лайкуху под этим видео. Обязательно подпишитесь на мой канал. В комментариях пишите свои варианты ставок на матч «Спартак-Амкар». И, конечно же, вступайте в мою группу, добавляйтесь ко мне в друзья. Все ссылочки вы найдете в описании у этого ролика. The wife, hi ho, the Dario.